Это олень. Это что? Что это? Плюс мой кися мяу. Обезьянка. А это что? А это я не знаю. Какая-нибудь белочка? Нет. Ну, мы все... Я белочка. Белочка? Да. Ну что, может быть, откроем, посмотрим, кто там? Да. Давай. Всем привет, мы на канале Понедельник. Сегодня мы делим вот эти кисы маленькие. Для шикупуки. И сегодня мы будем открывать вот такой вот большой набор пет-шоп. И вот они, и посмотрим, что у нас там, да? Да. Надо оставать уже маленьких зверюшек пока. А я достану остальное. Посмотрите, это вот такой декоративный набор. В этой коробке домик, и его нужно украшать. Мы посмотрим. Там очень много всяких аксессуаров. 135 аксессуаров, Алис, ты представляешь? Надо нам домик. Давай. А где наш дом? Да, вот сейчас нужно его достать. Он там тоже привязан есть. А мне нужно дом. Разных деталей оказалось в коробке. Сейчас мы будем это все собирать. Да, мы сейчас построим вам дом. Но мы вас сразу предупреждаем, что это видео мы должны будем поделить на две части. Почему? Потому что у нас слишком много всяких деталей, и чтобы хорошенько все ребятам показать, мы сделаем две части. Или получится... Иначе видео получится очень длинное и будет не очень интересно смотреть. Мы сделаем две части. Сегодня покажем половину, а завтра выложим вторую половину, и вы увидите продолжение. Ну что, давай домик собирать. Здесь есть схема, рисунок, как это все собирается. Вот такая вот. Смотри-ка, Алис, мы сейчас будем с этим рисунком собирать. Да? Так, вот, смотри-ка, получается вот так. И теперь будем делать стенки. Стенки ставятся вот сюда. Вот так. Это стёпочка. Ну что, смотри, какие стены красивые, Алис, посмотри, они такие. Прям переливаются. А здесь даже с какими-то рисуночками. Я не знаю, если это видно вам. Смотрите, здесь нарисованы какие-то кошечки, птички. Смотри, там птички и кошечки на окошках. Видишь? Посмотри, давай ставить домик. Смотри, ставь. Роза, красненькая сюда, вот сюда красная. А розовая с другой стороны. Нет, смотри, два. Видишь, здесь два таких. Смотри. Вот. Потихоньку, потихоньку. Очень легко ставится. И вот сюда вторую. Теперь с той стороны смотри. Красненькую вот сюда засовывай. Посмотри хорошенько, куда сначала. Не дави, а то поломаешь. Смотри, ровненько нужно делать. Когда ровненько делаешь, оно все легко попадает. Теперь на розовую рядышком ставь. Нет, 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 это с другой стороны. Это вот здесь лапуль. Нет, в один не попало. Так, и последнее окошко. Вот так, подожди, переверни, переверни. Вот, молодец. Собрали стенки. Дальше что? Это был номер 4, номер 5. Номер 5 мы должны положить крышу. Подожди-ка. Я пока постелю. Угу, давай номер 5 сделаем. Подожди, мы еще... Нет, Алис, еще не надо это стелить, кисуль. Мы потом посмотрим, куда это стелить. Сюда. Да, ну хорошо. Давай крышу наденем, Алис. Смотри, какая крыша. Да, смотри.
А это что? Ну подожди, мы до этого еще не дошли. Алис, посмотри, какая крыша получилась. Ой. Оп, открывается, вот так и закрывается. Угу. Все? Ну еще не все, но уже что-то есть. Дальше. Теперь смотрим, как делать дальше. Так, теперь мы должны сделать вот это. Вот этот этап. Всю вот эту штуку украсить, сделать ее. Вот, еще одну стенку украсить надо, смотри. Давай. Вот такие вот окошки мне нужны, давай их сюда. Мы посмотрим, как их ставить. Угу. Вот эти окошки, видимо, приделываются вот сюда. А может это зеркала, мы сейчас увидим, что это. Пока непонятно. Ну-ка. Зеркала. Зеркала, думаешь? Может и зеркала. А ты там что уже построила такое? Вот. Что там такое? Ух ты, что-то уже построила сейчас. Куда надо это поставить? Это где девочки нужно ставить. Ага, понятно. Так, вот, получилась такая стенка. Еще не до конца. Подожди, Лапуся, дай мне двери. Смотри, вот сюда нужно поставить двери теперь. Двери вон черные, видишь, вот такие черные двери. Давай мы их поставим сюда. Двери. Будь здорова. Двери это зеркала. Ой, ты их уже туда всех рассадила. Подожди, еще не достроили дом. Я хочу показать ребятам, как я кашляю. Очень интересно ребятам смотреть, как ты кашляешь, да? Очень смешно. Вот чучелка. Это какой чучелка. Красились. Да. Вам интересно? Конечно. Так, ну вот, наконец-то основной наш домик уже готов. Если кто-то думает, что это было просто, не думайте. Это было непросто его собрать. Итак, что у нас получилось? У нас получился вот такой домик. Мама, мама. Вот, да. Домик. Сделать. Что там? Смотри, да, да, мы сейчас будем это делать. Это у них такой пентхаус на втором этаже, у них пляж, по-моему. Они здесь загорают. Бассейн, да, на крыше. Это бассейн у них, что ли, на крыше, Алис? Да. Похоже, что да. Да. Ладно, смотрим. Сначала делается вот это, и на него кладется вот это. Так, ну вот, дом наш готов. Теперь нужно собирать для него мебель и украшать его, Алис. Давай-ка смотрим. Давай, тащи коробку, будем смотреть, как на коробке. Будем смотреть, как сделано на коробке. И украшать все, как на коробке.